Так, привет всем. В процессе работы, короче, решил показать один маленький лайфхак. Возможно, вы это и знаете, но мало ли, а вдруг. Значит, дело в том, что у нас есть на плене какая-то хрень, которую мы моделируем. Ну и как обычно мы это делаем? Ставим ее на плен, а здесь, ну, отодвигаю плен немножко дальше в сцену, вглубь. Ну и делаю 3D-модель вот по ней. То есть наблюдая ее и сбоку, вот эту вот херню по ней вылепил. То есть когда мы уже вылепили ее, вот она половинка, соответственно, понятное дело, я ее потом отзеркалю, ну, симметрию включу, и она будет объемная. Но дело не в этом. Вот на этом этапе, когда я ее замоделировал уже, мне нужно на нее перенести саму эту картинку, вот ту, которая там. Вот эту. Там, возможно, возникнут идеи сделать развертку, потом под эту развертку подложить эту картинку в фотошопе. То есть на самом деле, как бы, я это делаю мгновенно, быстро, вообще без развертки. Но ввиду того, что мой объект меньше, чем плен, на котором находится эта картинка, это обязательное условие, он должен быть меньше. То есть я имею в виду по размеру. То есть если он чуть-чуть вылазит за пределы, это плохо. Я беру, выделяю плен, перевожу его в editable поле, приоттачиваю только что созданный объект и применяю модификатор вот этот UVV map. С этого момента автоматически эта хреновина встала абсолютно на свое место. Ну да, она здесь потянулась, понятное дело, но если мы на это не обращаем внимания, я имею в виду, вот как быстро ее поставить сюда, влепить. Далее, перевел в editable поле и оторвал ее от плена. Вот она теперь у меня там живет как родная. Да, ну в общем-то и все, что я хотел сказать. Я таки кончил.